Каждый год СПК «Родина» проводит в Чурьякове для своих работников и для всех жителей Слободской волости традиционный праздник «Проводы русской зимы». Этой доброй традиции, начало которой положил директор СПК «Родина» Анатолий Курицын, уже 8 лет. И все расходы на проведение праздника всегда берет на себя хозяйство. В нынешнем году зиму в СПК «Родина» провожали 7 марта. Поэтому директор СПК Анатолий Курицын, глава Слободской волости Тамара Шорохова и председатель райкома профсоюзов работников сельского хозяйства Нина Бутова, поздравляя собравшихся с широкой масленицей, не забыли сказать добрые слова и в адрес прекрасной половины. А далее праздник шел своим чередом – с песнями, шутками, конкурсами и забавами. Например, проводились конкурсы на лучшее украшение упряжи, на лучший костюм, на лучшее исполнение частушек среди взрослых и детей. А все их победители получили от СПК «Родина» заслуженные награды – взрослые деньги, а дети – сладкие призы. А еще все собравшиеся могли отпробовать и бесплатное угощение от СПК «Родина» – чай с блинами и традиционные 100 грамм.